кстати, кто хочет увидеть другие рубрики на моем канале, то пишите в комментариях свои предложения. Потому что у меня сейчас канал не очень большой, я буду читать все комментарии под своими видосиками. Ну и не забудьте поставить лайк и подписаться. Да, мы пока что ждем уже 9 персонажей игроков. Все, начинаем через 5, 4, 3, 2, 1, поехали. И кто же? Надеюсь, я вижу. Так, что у нас? Хранилище, почините проводку. Ну, раз у нас первое задание такое, то пойдем в хранилище и починим проводку. Все, проводка починена. Управление починим проводку. Так. Управление починено и в навигации. Идем в навигацию. Так, открываем и кстати, если вы хотите, чтобы у меня выходили видео почаще, пишите в комментариях, ну и ставьте лайки, потому что это лучшая мотивация для блогера снимать новые видосики. Вон кто-то стреляет по метеоритам. Ну да. Красного убили. Я прислушаюсь. Я прислушаюсь к сообщениям. Но, по-моему, не прислушаюсь. Проводить картой. Походу, играет какой-то новичок и не знает, где проводить карты. Ладно, тогда будем голосовать по своему усмотрению. Ярик. Так. Полина. Голосуем. Так, друзья, у меня небольшая заминочка. Так, вроде все работает. Ну, не знаю, если пропадет звук, то я просто озвучу видосик потом. Но, скорее всего, звук не пропал. А пока что ждем еще минутку, а точнее 55 секунд. И, кстати, напишите, кто смотрит этот видос уже на каникулах, комментарий. Мне будет очень интересно почитать, когда же смотрят мой видос. Так, ну мне пока что нечего сказать, поэтому просто ждем. Возможно, поставлю какую-то музычку. Ну или ускорю весь этот процесс. Еще 15 секунд. И, кстати, кому нравится заставка, поставьте лайк. Ну и кто еще этого, конечно, не сделал. Ой, чего? А, я же проголосовала. Так, и не смогли принять единое решение. Голосование пропущено. Дайте остался. Так, верхний двигатель, выровняйте мощность. Окей. Просто так, опасный розовый. Уходим. Просто надо выполнять задание. Розовый, это синий.
Это синий. Ой. Это... Не синий, а голубой. Это голубой. Так, голосуем за голубого. Блин, капец. Он прямо на моих глазах убил чувака. Это знаменитые джинсы Levi's. В Украине они стоят $120. А вот точно такая же. Так. Будем ждать, пока будет достаточное количество игроков, чтобы начать игру. Кстати, пишите названия игр, которые хотели бы увидеть на моем канале, и я обязательно эти игры установлю и в них поиграю на видео. Ну, а пока что мы просто ждем. Что за приколы? Так. Какой сегодня? Давай синий буду. Так. Я хочу все-таки одну игру сыграть за предателя. Но если в этот раз не повезет, мы доиграем эту игру. И я буду заканчивать ее. Итак. Ладно. Будем играть. Так, электричество, почините проводку. Угу, скорость игрока у нас, я так понимаю, большая. И что за приколы, сразу дискуссию. Это что, такие быстрые голосования? Это какой-то непорядок. Это ж я даже не успею кнопку нажать. Так, бежим сюда. Это черный. Ах ты чёрный. Это чёрный. Ладно, друзья, я буду... Скорее всего, вам будет неинтересно смотреть, как я летаю призраком, просто выполняю задание. Ну, поэтому, когда живые еще игроки голосуют, я буду с вами прощаться. Итак, кто помнит, это был канал Белый Дом, я его автор. Всем удачи, всем пока, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. И пишите, в какие мне еще поиграть игры. Пока-пока!